евреем, который состоится у вас, забыла когда. У меня на бумажке написано «вон там». А еще я написала стихотворение, которое я помню не по бумажке. Не читай. Вот. Я русская женщина, не для всех хороша. Пою величаво, золотая душа. Народ меня любит и ждет голос мой. Я веселая женщина, характер простой. Но я не робею, звонко песни пою. Сложную жизнь прожила я свою, поэтому людей я люблю. Бываю обидчива, знают меня, но душу мою не поймут никогда. Я крестьянская женщина, но я не поэт. Калязин весь знает, скажу не секрет. Меня награждали, дарили подарки, букеты цветов. А теперь, дорогие, спою про любовь. Ура! Yeah.
нужно, побед еще много. Убивайтесь, манавки, они лезут на небо и делают, что не дозволено Богом. Я знаю, что нет никакого прощения, нет наслаждаться подрачным порогом. Убивайтесь, манавки. Убивайтесь, манавка! Убивайтесь, манавка! Убивайтесь, манавка! И у церкви украла свечу, ты не очень лая и грешна. Что ты судишь, какого рожна? Просто